Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за пушистика Фазика, потому что у нас вышел неожиданно вот такой вот ивент. А ивент этот не очень простой, по одной причине, потому что уже был похожий ивент, типа такого, да? И что же было в этом ивенте? В том ивенте, который был очень похож на этот, да? Там были тоже 4 смайлика, вот такие, как сейчас вы видите, да? И за получение их 4 смайликов потом вы получали какую-то неплохую награду, даже так можно сказать. Поэтому я решил, что пора бы выполнить этот ивент. Конечно, не очень хочется душиться, но деваться некуда. Будем играть за пушистика Фазика, потому что акула-оленя у меня нету. Акула-олень. Понятно. В общем, да, такого у меня нету, хотя можно было бы на нем поиграть, если бы он был. Там, правда, в магазине у меня его предлагают купить за очень приятные суммы. Давайте же глянем, что это за суммы. Надеюсь, магазин лагать не будет. Да, кстати, вот скинчик нашей черепашку Шелли, которую не могу посмотреть, к сожалению. Выглядит, конечно, бомбезно. Там еще анимации прикольные. Но стоит он буквально 2 доллара, поэтому, возможно, достанем. Ну вот, видите, цены на скинчики очень интересные, конечно, покупать за такие суммы. Смешно, смешно. В общем, погнали в бои. Ивентовые, конечно же. Центральный зоопарк у нас до сих пор пока что не включили у нас новую карту. Возможно, включат после Нового года, чтобы не делать зимнюю карту под новую карту. В общем, не знаю, что там разработчики думают, ребят. Невероятные. Вещи разрабы мутят, поэтому предсказать невозможно. Забыл только предмет поменять, сейчас мы его заменим быстренько. Что нам взять для Фазика в соло-бои? Сказал бы я бицуху, но бицухи нет. Надо брать взять что-то хорошее, чтобы мне позволяло накипать. Не выживать, наверное. Возможно, как бомба Молотова, давно я ее не брал. Не знаю, полезна вообще или сейчас, или нет, или да. Сложно сказать. Бинт, в принципе, штука хорошая, ее мы можем взять. Косточка тоже. Ну, сложно решить, сложно. Ботинок на скорость тоже интересный вариант. Короче, столько вариантов, а понять пока что сложно. Наверное, возьмем феромон. Да, поговорила о всем, кроме них, и вы решили взять их. Логично. Конечно. Как обычно, в принципе. Вся зуба на логике строится, вы же понимаете. Все, ладно, погнали в боец ивентовый. Попробуем забрать эти все 4 смайлика как можно быстрее. И, наверное, заодно видео это все сделаю, потому что... Ну, тут не должно быть много. Если мы, конечно, киллов много наделаем, наша цель это сделать хотя бы, ну, штук 10 киллов за один бой, это даст нам 200 очков. И таких 3 боя, я думаю, нас проведут на фулл ивент. Ну, я надеюсь, что проведут. Воу-воу-воу. Оп, уж это оно... Называется, обновился. Нравится, нравится. Как там это? Ребятки, с эпилепсией все нормально? Вы там это... Это что, хамелеон только? Понимаете, это спокойно, спокойно. Надеюсь, вы там никто еще не умер от эпилепсии. Держитесь, прошу вас. Я сейчас забью ботов, и мы отсюда уйдем. Надеюсь. Или не уйдем. Тут еще какой-то зебра к нам прибежал. Тоже, видимо, любитель поумирать. Что он делает? Как вы думаете? Блин, эти штуки не простреливаются. Видите, что зебра делает? Ну да, мы идем лутать аптечку именно сюда. Ого. Да вы что, издеваетесь? А можно без душинины такой вот? Как же не душится-то, а? Ой, ладно, короче, давайте свалим отсюда. То... У меня сейчас тоже эпилепсия начнется, наверное. Кстати, новая карта в этот раз получше. Да. Чем прошлая, хотя в менюшке была заставка старая. Возможно, эта новая карта и будет под ту новую карту. Ну, я, короче, не знаю, ребятки. Наверное, сейчас придется перезапускаться. Мы так ивент не сможем проходить с этими штуками. Я, правда, не знаю, из-за чего это. Ну, в общем, у меня есть идея, как обновиться. Если что, я сейчас попробую что-то с этим сделать. Ну, как говорится, получится, не получится, узнаем. Ну, разрабы радуют, конечно. Новыми эффектами. О, Никса убил, отлично. А тут нету, тут ничего не лагает. Бобер, который просвечивается. Ой, как... Как не тяжело-то, а? А чё у меня автоатака не туда стреляет, куда мне нужно? Так, ну мы надо... Короче, енота нельзя выпускать. Ни в коем случае. Иначе он может мне победку за... Блин, он... Фух, хорошо, что я его добил. Этот падла на кенгуру меня тут душил. Ля, что он делает? Вы видели, что Джоу его сделал? Вот-вот. Просто смотрите на это, просто смотрите на это. Мозг. Мозг выйдет сегодня погулять, не? Просто. Вы видите, что происходит.
Да, уникальная игра, не поспоришь. Вот в одной хоть игре такое видели? Нет. Это только Зуба может на это способна. Крица. Ну, я думаю, вы уже видели скриншотик. Как бы я в прошлом видео про это уже говорил, но да ладно. Блин, надо киллы делать, надо. Ладно, сосредоточимся на этом, а то они сейчас все поумирают, как обычно. Ну, плыви ты, ну. Так, отлично, этого мы убиваем. Капканы брать не будем, пока что и так сойдет. Этот увернулся, скорее всего. Волку рассказаем ли чё почём. Ну, вон он, да. О, как вам ощущения, а? Пожалуйста, не умрите на никто, а? Я просто сам еле держусь еще. Чисто вот. Ну, конечно, ну. Хорошо, что у меня есть руки. Крюки. Да. О, боже мой, он с косточкой. Надо наказать неадеквата. Надо наказать неадеквата. Блин, куда я стрельну копьем? Вы видели? Хорошо, что там Дона еще более неадекватная, чем Волк. Иначе бы у меня были очень серьезные проблемы. Но, к счастью, тут нубасики какие-то против меня попались. Которых даже с этими вот штуками неадекватными я способен... Ну, они просто стояли вообще. 12 килов, кстати, сделали. Ох, какая не игра, не душная. 220 очков. Я думал, у меня сейчас глаза вытекут от такого видосика. Вы там как, живы еще? Растойте неподвижно 15 секунд. Я постоял, но игра что-то душит. Да, разрабы как всегда радуют. А вот эта акция. И все? 800 монет. Вы это видите, да? Щедрость. Зато красиво нарисовали, да? Там, типа, такие вот подставочки ледяные, да? Гемчики, там, столбики. Ай, разрабы, разрабы. Но тут по-любому ивент не должен быть тяжелым. Christmas Surprise. 5 days. А когда начнется? Типа, пришлют подарок после, через несколько дней после окончания акции на внутриигровую почту. Крэп, грэп. А когда? Когда? Special offer. Special offers, ребят. Ну, на донат акции. Мы прошли. И второй этап. Интересно, ладно. 800 монеток, фиолетовый подарок. Ого, и третий этап закрыли, ничего себе. Это что, первый в жизни ивент разрабов Зубы, который можно пройти бесплатно? Серьезно? Ну, заметьте, 220 очков набил. Для игрока, у которого нету этих скинов, это будет по 5 очков. Ну, даже если через забуст, ну, пусть будет 10 киллов, да? Плюс за бой сам 20, 70 очков. Я 220, то есть 3 боя. 4 боя? 4 боя понадобится плюс-минус такому хорошему абузеру удачливому, чтобы пройти этот ивент. Ну, я скажу, это хорошо. За двое суток, которые давались на ивент, это прилично. Мы сейчас, конечно же, продолжим. Я, правда, постараюсь починить пингвина фазе. Не знаю, получится это или нет. Ну, если не получится, то вы сейчас видите еще один такой очень интересный бой. Итак, ребятки, мы продолжаем. Сейчас отправимся в ивент дальше. Я снес свою старую версию 4.0, да, пожертвовал ею. Правда, не знаю, зачем она мне была нужна, но... Мы вернулись на 3.49 теперь. Как видите, ивентик продолжаем. Сейчас пойдем, надеюсь... Игра будет не сверкать больше так сильно. Ох, как я на это надеюсь, но сейчас мы это с вами узнаем. Ну, если будет сверкать, тогда сочувствую всем, кто это не сможет пережить. Ну, лагает как по стандарту, так сказать. Лаги в Зубе, они никуда не пропали. Всегда были, всегда будут. Ты чё, орёл, офигел? До свидания. Прилетел он, знаете, на меня. Ну, кстати, заметьте, не сверкает больше, а? Ох, не знаю, кто там еще в живых остался после прошлого боя. Но я рад за вас, что вы живы. Блин, Аникс, а ты должен заплатить за то, что ты сделал. Вы что, издеваетесь? Вам нормально, типа, лут с меня лутать, а? Мои аптечки, точнее, забирать. Никс, смотри, что у меня есть. Блин. Чего они так странно играют? Это что, на басике кто-то попались у меня или что? А мне кажется, ли у меня феромонов нет? А нет, есть, все нормально. Ну, Никс, по итогу мне все-таки отжал аптечку, да. Ну ничего, мы с ним еще разберемся.
везучим гадом. Ну ничего, ну как говорится, вернется он к нам. Пойдем делать килы на других персонажей. Надо залутать аптечку еще одну хотя бы. Хотя вы знаете, где эти гении сейчас ходят. О, ехидно. Что так хорошо отталкивает, а? Можно так не отталкивать, не? Нельзя? Боже, механист. Ой, бомба молотова. Я не попаду, походу, да? Все, я отъехал. Ну, хамелеон, кто же еще? Ну, вы видели, какой это хамелеон был? Сам прикольное то, что там была моя граната в этот момент, да, взрывалась. Он через нее пробежал на пофиг вообще. Она его не зацепила. Вот здесь вот, в проходе. Нужно действовать максимально правильно, адекватно. Если я сейчас ошибусь, то это будет потеря-потерь. А потеря-потерь я не хочу. Ах ты гад, на них все. Да задолбал ты мои килы забирать, ну. Сбежал тогда от меня, теперь еще и килы забирает. Осуждаю. Просто там ему тогда так повезло, он так тогда косячил. У него были феромоны, он просто мог меня взять и затащить налегке вообще. Что, бобер нравится? Смотри, что умеет бобер. Видал? Невероятно, да? Невероятно, бобер. Это я умею, да. А бобер, кстати, без первобытного инстинкта, мы его изи развалим. Я что-то думал, он с первобытным, а он не с первобытным. Ну, в общем, да. Думал я о большем, но оказалось поменьше. Ай, ладно. Почти затащили, там остался последний противник. Мне вообще сейчас невыгодно брать как бы топ-1. Не факт, что мы, кстати, его возьмем. Ну, как не факт? Я что, бака не смогу задушить, что ли? На пингвине? О, боже мой. Это бомба молота на баке. Чел. Надо идти в тренд с трендами, как бы это самое. Уже бомба молотова не актуальна. Приличное количество времени, потому что это просто минус слот, который дает, ну, меньше одного, ну ладно, меньше 3% урона. Где-то там 2-1% он дает обычно. Ну, будем честными, да? Вот закидайте бомбу молотова. Ну, кидайте обычную гранату, она взрывается. Бомба молотова продамажит секунду по противнику. Это много? Это стоит того, чтобы брать ее, как бы... Я еще понимаю, в бои 3 на 3, 2 на 2 ее брать, там да, там под кассеточки, так оно прям разрывает кабинки-то. Но там душнина такая, что я туда лучше не пойду. А 5 на 5 их нету, в итоге получается, что в соло-боях они не так актуальны, как могли бы быть. В боях 5 на 5 они не актуальны вообще, потому что их туда взять нельзя. И поэтому как бы бомба молотова, она выпала из реалий. Из реалий, да. Но кто-то еще берет. Сочувствую. Вот такие дела, ребятки, да. Ну, чё. На этом будем заканчивать. Вот такой сегодня пушистик фази. Какой-то странный ивент. Ну, как бы награды, очевидно, странные тоже, поэтому ждем чего-нибудь хорошего, чего нам завезут разработчики. Надеюсь, это что-нибудь скоро уже будет. Глядишь, новую карту завезут в стилистике центрального зоопарка. Но я уже говорил ранее, что, скорее всего, такого не будет. Скорее всего, они пропустят новую карту через зимнюю карту, да? А потом уже после зимней карты выпустят. Возможно, кстати, будет китайский Новый год карта. Завезена старая под старый зоопарк, а под новый зоопарк сделают новую. Но это не точно. Как говорится, разрабы они такие, их не предугадать. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.